«Открытые сообщества, открытые СМИ» провел тренинг для региональных журналистов на тему «Цифровая грамотность в условиях информационной пандемии». Мы развиваемся, организация уже начала работать. В нынешних условиях, когда страна находится в непростой ситуации, обучающий семинар является хорошим инструментом для повышения квалификации представителей СМИ и независимых гражданских активистов. По словам ассистента менеджера вышеотмеченного проекта, программа будет способствовать свободному обмену мнениями, идеями и информацией. Мы провели ряд и будем проводить. Продолжать проводить мероприятия, семинары, тренинги, скажем, обучение, круглые столы, как для самих журналистов в повышении их потенциала, повышении их осведомленности, их профессионального уровня с точки зрения гигиены информации, с точки зрения их этики, так и для гражданского общества. Более 500 журналистов приняло участие в нашем обучении, в наших тренингах. Более того, журналисты достаточно мобильны на сегодняшний день. Все наши мероприятия освещаются в социальных сетях. Мы проводим прямые трансляции, лайв. На тренинге раскрывались темы о новых возможностях в социальных медиа, работе СМИ в условиях информационной пандемии, авторском праве и цифровой гигиене. Также обсуждались плюсы и минусы создания областных медиа-центров и запуск сайта «Кыргызмедиа». Была большая команда, мы работали, и мы пришли к тому, что подняли вопросы, и было внесено предложение, что надо разработать и принять концепцию по информационной политике. Возможно, если бы у нас был бы такой концептуальный документ, мы бы смогли, тогда бы уже, наверное, вот так рынок, медиарынок не трясло бы, и уже не возникалось бы у кого-либо желание взять и там инициировать закон о манипуляции информацией. Если у нас был бы концептуальный документ, он же соответствующим планом действий, планом мероприятий, мы бы его реализовывали, и тогда вот у нас не было бы проблем. В ходе данного мероприятия каждый из присутствующих задавал интересующий вопрос. Помимо этого, были практические занятия. Стоит отметить, тренинг вещался в онлайн-режиме. Алтынай Джумалиева, Нурлан Кулиев, СТВ.